Летний кинолагерь «Киностарт» и Одесская киношкола имени Верхолодной представляют фильм «Охота на лис». Чудовище неслось по тропинке огромными прыжками, принюхиваясь к следам нашего друга. Мы опомнились лишь после того, как оно промчалось мимо. Тогда и я, и Холмс выстрелили одновременно, и раздавшийся вслед за этим оглушительный рев убедил нас, что по меньшей мере одна из пуль попала в цель. Но собака не остановилась и продолжала мчаться вперед. Мы видели, как сэр Генри оглянулся, мертвенно-бледный при свете луны, поднял в ужасе руки. Серый, что за тип подозрительный? В беспомощной позе, не сводя гад глаз какой-то. С чудовища, полностью с тобой согласен. Достигало его. Но голос, взвывший от боли собаки, рассеял все жуть наши страхи. Жуть какой! Кто уязвим, тот и смертен. Ребята, о чем вы там шепчетесь? И если она ранена, значит, да ее он, можно видишь? И убить. Боже, гад как какой-то. Бежал в ту ночь. Похож голос. На шпиона. Я всегда считался хорошим бегуном. Но надо он за ним опередил проследить. Меня на такое же расстояние, на какое Серый, я сам пошли. Опередил маленького сыщика. Мы неслись по тропинке и слышали непрекращающиеся крики сэра Генри и глухой рев собаки. Я подоспел в ту минуту, когда она кинулась ребята, на свою жертву. Чё? Повалила ее на землю. Костя с серым шпионом увидели. Круто! Но Холмс всадил ей в бок одну за другой 5 пуль. Собака взвыла в последний раз, яростно щелкнула зубами, повалилась на спину и, судорожно дернув всеми 4 лапами, замерла. А куда они все пошли? Я нагнулся на не знаю, давай посмотрим. И приставил дуло револьвера к этой страшной светящейся морде. Но выстрелить мне не пришлось. Что будем делать? Не знаю. Ладно, пошли. Нифига ж себе! Это же настоящая шифровка! Терминатор! Надо его брать! Завалю газа! Бою готов! Вы что, припухли? Быстро говори пароль, явки, шифр. Сознавайся, гад, что задумал?
рассказывай, ты что, штаб хочешь взорвать? Какой штаб? А что случилось? Что здесь происходит? Мы диверсанта поймали! Мы шпиона поймали! Он хотел штаб взорвать! У него шифр еще был. Ну какой же это диверсант? Это ж Пашка, брат мой! Опять за своими лисами гоняется. Игра есть такая. Охота на лис называется. Прячется маленький передатчик, а охотник ищет его по радиосигналу. Ну вот же, старая мамина пудреница. В нее он засунул передатчик, а друзья по команде спрятали его в парке. Иди сюда, послушай. Угу. Угу. Так неинтересно. Мы думали, шпиона поймали. Пошли, ребята, дальше книжку читать. Не хочу читать. Давайте сами детектив напишем. Я даже название придумала. Охота на лис. Да, Лёш, детектив! В фильме снимались Бежена Эвелина, Галитка Максим, Другаля Евгения, Дембицкий Илья, Иванов Игорь, Колдашенко Соня, Коробка Амира, Коробка Костя, Гиря Соня, Маркушевский Леон, Садомкин Кирилл, Литвинова Надя, Миндра Ярослав, Шеремет Илья, Николаенко Юля, Чернова Саша, Кокоша Яна, Бекмурадов Рустам. Автор сценария Юрий Садомский. Оператор Сергей Колбинев, Константин Рабаченко. Звукооператор Дмитрий Михайлов. Монтаж Дмитрий Клюка. Администратор Яна Кокоша, Рустам Бекмурадов.